Сидром 2016. Главный музыкальный фестиваль Москвы. Более 80 тысяч гостей. 300 квадратных метров светодиодных экранов. Трансляция в сеть интернет с аудиторией более 200 тысяч человек. Фестиваль прошел на 30 площадках, в том числе сразу на трех сценах. Главное. ВКонтакте. И танцевальный тент. Двадцать три музыкальных проекта отыграли свои сеты. Хедлайнер фестиваля Максидром 2016. Немецкая группа Рамштайн. Партнерами фестиваля стали Банк Открытие, сотовая сеть Теле2, Яндекс, Select audio output.